скажите, а почему вы сегодня пришли сюда с пикетом? Я считаю, что животным не место в цирке. Их естественная среда обитания – это природа. Они должны жить там. И считаю, что Юрия Корецкого, зоозащитника, арестовали незаконно. У нас есть конституционные права выражать свою свободу слова. И любой подзаконный акт не может противоречить Конституции Российской Федерации. Поэтому это не обосновано все и является незаконным. Считаю, что животных нужно отпустить в естественную среду или дать дожить им в зоопарке в Московском. Существует масса других аналогичных цирков, но без использования животных. Например, немецкий цирк Ронкали, где используются голограммы с животными. Это можно увидеть на Ютубе. Там много роликов замечательных. Также есть альтернатива цирк Дю Соли канадский и цирк Луаз. Поэтому животным не место в цирке однозначно.